Да, мы тебя не ценили, но так больше не будет. Это жалкое зрелище предназначалось мне? Я видел вещи пострашнее на гниющей свиной туше. Заверши свой труд, или заплатишь. Щит в обмен на Фрею. Пусть убирается к Хельхави. Я знаю, где он прячет свою краску. Покажи. Тор, Тюр, не спускайте с гостя глаз. Фрея, надеюсь, мы еще поговорим позже. Зачем ты ходишь в платье Фреи? Чтобы помнить, чем рискую. Хватит. Переоденься. А теперь куда? Не знаю. Я не смотрел за ним каждую минуту. И ты не знаешь, где его запасы? Должны быть тут. Он не уходил отсюда. Почти никогда. Мы нашли логово червя. Оборотни! Снова обман. Каменщик за это заплатит. Где сторож, там и тайник. Там дальше еще дверь. Вышибем ее. Стой, Локи. Это не то. Нападут? В чем дело, Хави? Локи, ты знал каменщика до нашей встречи у башни Хеймдаля? Я? Знал его? Как друга или по слухам?
Это ты позвал его сюда? Я? Да, это я. Он спас моего сына в Йотунхейме, и я обещал помочь ему получить здесь работу. Но это все. Найди выход, Локи. Или мои клятвы тебе утратят силу. Для тебя и твоего сына, ясно? Как летнее небо, Хави. Олени. Иди вперед. Я пойду сзади. Это не утешает. Здесь лучше не шуметь. Всех перебили. Надеюсь. Берем краску и идем. У меня. Тогда исчезнем, как тени на солнце. Мы недооценили его. Торна ими советами. Помешай ему, или я отдам ему в жены тебя самого. Все исполню, годи вороньих жертв. Вот и Хави идет. Стой, каменщик. Наши дела еще не кончены. Вам удалось спастись. Я разочарован. Твари из Йотунхейма. Мы перебили их всех. Яйца Имера. Дай я его убью. Нам не нужен этот обманщик. Мы и сами можем достроить башню. Силу щиту дает моя Хуг. Мы связаны магией вашего мира. Ты осквернил священные воды. Теперь мы вправе убить тебя. О, правда? Имя вам задним умом крепки, соображающие после. Я закончу надпись. Каменщик, останься здесь, а вы уходите. Альгис, руна защиты.
Гнусные черви! Убийцы моих детей! Клятва преступники! Я возвел эту башню не для вашей защиты, а чтобы удержать вас в ней! Вы думали, что можно безнаказанно убивать моих родичей? Ты и твой безмозглый сын! Их жизни стали платой за их дерзость. Слабое место. Добраться бы. Но не подчинили их! Подчинили? Мы просто хотим в них жить! Воздвигнем новый мир, подвластный Йотунам! Ваше время прошло. Его ход не повернуть вспять. Если мы обречены, разделите нашу судьбу! Йотун мертв? Да, как и его чары. Это пугает тебя, обманщик? На что ты намекаешь? Это твоих рук дело, бесчестный недруг правды. Что ты знаешь о чести, Фрея? Ты познала больше мужчин, чем дворцов в Мидгарде. Тебе ли судить о предпочтениях в любви? Ты стал отцом волчонка!
Я не стану слушать упреки того, кто боится отступить от глупых правил, не то что нарушить закон. И прежде чем хвататься за молот, Тор, вспомни, без него ты не лучше последнего тролля. Разве что вдвое глупей. Ты вонючий мешок с гниющими останками Имера. Твой яд сгубит любую клятву. Но ты не нарушишь ее, Хави. Не сможешь. Все твои попытки уйти от судьбы лишь ведут тебя по пути к ней. Ступай осторожно, иначе всякий твой выбор будет тебе на погибель. Оставь его. Пока его сын здесь, он не натворит бед. Жаль, а то мой молот славно заткнул бы ему глотку. Что дальше, Хрофтатюр? Боюсь, мы вернулись к тому, с чего начали. Близится Рагнарёк, а защиты у нас нет. Возможно, в Йотунхейме есть средство. Оно зовется магией Хук. Я отправлюсь туда и все разузнаю. Пока я не найду иных средств, пусть сын Локи не покидает остров. Со временем там будет убежище для всех волков. Я буду смотреть за ним, как за своим сыном. Я оставляю Асгард в твоих надежных руках. Если мои будут пусты, когда я вернусь, то приму судьбу обеими. Thank you.
С возвращением. Вижу твой взгляд куда яснее. Расскажи мне все, что удалось увидеть. Я была в Асгарде, обители богов. Как ты и сказала, я смотрела на мир глазами Одина. Была им в каждом видении, жила его жизнью. Я продолжала быть собой, но меня вели его желания. Его мысли были моими. Мы словно были единым целым. И что же ты узнала? Не узнала, а скорее почувствовала. Его страхи, сомнения, любовь и страсть. Потрясающе. Что еще? Я говорила с хитрецом Локи. Мы часто ссорились, как и подобает братьям. Но все изменилось к худшему. Когда он сказал, что стал отцом волчонка, я разгневалась. Потому что он скрыл от тебя правду? Да. Он ведь знал, что волкам не место в Асгарде. Но пренебрег моим приказом. Может, в этом была суть видения? Превзойти терзающий тебя страх и научиться прощать. Возможно. Но у меня появилась новая цель. Я решила отправиться в Йотунхейм. А потом я проснулась. Интересно. Что-то еще произошло? Я услышала пророчество о Рагнарёке. Разрушении мира и конце света. А Норны... Они предупреждали, что огромный волк Фенрир жаждет моей крови. Но было кое-что еще. Надежда. Меня не страшило то, что случится. Может, эта часть видения должна внушить храбрость? Тебя благословили боги? Было что-то еще? Больше ничего. Ничего важного. Видение оборвалось. Эйвор, я прежде не слышала о видениях, подобных твоим. Оставь меня. Мне нужно обдумать это. Будь сильный и знай, что тебя ценят.
Здравствуй, радость моя. Иди ко мне. Может, пойдем в твои покои? Зачем? Хороший мальчик. Посмотрим на карту союзов. Хайсен просил меня отправиться в Люнден. Что ты знаешь о нем? Хальфден Рагнарсон когда-то пытался захватить этот город. Но Люнден никому не покоряется. Хайсен говорит, город под властью странного ордена. Ордена древних. Он просил найти и убить этих людей. Так мы поможем жителям Люндена и, возможно, обретем союзника. В таком неспокойном месте стоит попробовать. Начни у северных ворот и расспроси местных. Ладно. Что же, буду ждать вестей.
Поднять парус! Споем, друзья! Ограбим их бога! Hey!
благословенный меч. Монастырь Эйвор, полной добычи! Прольем под битвы! Вперед! Прольем под битвы! Идем со мной к бочкам. О, тогда я за тобой. Мы рядом, вроде. Нам сюда. Не отставай. Так хочу пить. Надо терпеть. Сжечь все, что не унесем!
Божьи, одетые в золото с серебром. Такой блеск, что можно ослепнуть. А мы и ослепли. Ленний был нашим королем. Он видел все и сражался бок о бок с Артуром. С тех пор мы все слепы. Стоп!
Подойди-ка сюда. Спасибо, Эйва. Сегодня,
впереди. Помогите! Видишь вокруг?